Раннее утро. Вот мальчик собачку прогуливает. Молодец такой. Собачка большая. Вот она какая. Вот. Я вышел снять утром, показать, как солнце восходит. А так холодом у себя находимся. Ну, рядом-то там уже не буду. Хотя бы отсюда вот заснять. Вот он, большой шар. А дальше тут опь. На той стороне тоже там. Это везде люди строятся. Сегодня у нас вторник, 23 апреля 2019 года. Это кошки, которых мы кормили. Они за мной везде бегают, что кормить их. Вон она, та бежит тоже. Надо идти кормить. Ну, пошли, пошли, пошли. Своих-то кошек 5 штук увез. Собрали. Вот они какие. Они... Я их приучил, а сейчас вчера гляжу, она вот это вот прыгнула и голубя вверху поймала. Но он выскочил как-то из рук у ней. Поранила ногу, гляжу, после этого он ходить не может. Ну, все. Пошли домой, сейчас покормлю. Открою. Ну, уже 6 часов. Уже есть. Вот так. Вот они все тут собрались. Вот они, пошли. Они подходят к нашему храму. Вот где такой храм есть, чтобы такие надписи были? Крест какой ровный, никаких набалдажников, уширений на концах нету. Все по-простому. Пойдемте. Ну, видно, все, березовка кончилась. Вот сучок обрезал, тут помешал он. Так я набрал уже банки 3. Вот она висит у меня. Сучок как раз сделал так, что он внутрь заходит. А там застыло сегодня, холодновато. Ну что сделаешь? Пойдемте. Тут беленькая вчера была кошечка. Может быть, она еще придет сегодня. Вон она пришла, оказывается. А-а-а, кошечка пришла, поесть надо. Но, да что тут они знают? Вот она, похожа на нашего беляка. Но. Давайте, давайте. Сейчас я вам дам тут поесть. Вот так. Господи помилуй. Вот две чашки у меня тут. Ну-ка давайте. Идите сюда, идите. Кыса, кыса, кыса. Хорошие мои кысоньки, давайте. Две чашки, вот вам тут мясо. Каша. Ой. Давайте сейчас, постой-ка, я отойду. Ой. Вот они собрались. Иди сюда, киса, киса. Ну, пошел куда-то. Ешь, ешь. Давай, не модничай. Рыбу накрошил, мясо свежего дал. Вот оно, на тебе. Еще и капризничают. А! Им надо что-то другое. Они зашли туда ко мне. Вот, вот так. Не бойтесь. Значит, надо что им сейчас? Взять, я называю, галушки. Собачий корм. Мне Сергей дал. Вот она где. Давай. Давай, вот так. Вот они его любят, как едят. Ну, давайте. Давайте, давайте. Давайте. Вот так. Чтоб туда не заходили, закрою. Давайте. Ешьте. О! Куда-то беленький-то делся. Белый, белый, иди сюда. Иди скорее. Вот он вышел. Но не бойся, иди. Там Надежда Васильевна 3 баночки. Сейчас не знаю, что с ними делать, как кошек этих куда убирать. Голуби напиться не могут. А прогонять их уже не прогонишь, они ничьи.
Вот интересно как. Вот человеку никогда свою жизнь не обдумать. Вот рядом дерево было, на крышу там упало или что. Его распилили. А Володя шел, увидал. Потом пошли, он такими мелкими распилил. Все. А вот рядом тут, ну, я не знаю, что-то там у них, ночной клуб какой-то. Говорили мне, какие-то там столбы делают, там бабы голые лазят по ним. Вот здесь вот. И они решили дальше расширять. Он какой-то алюминий собирал тут, грузин один. Я встречался с ним. Ну, и это все вот эти наши дома, чтобы убрали. Я обратился в городскую администрацию там. Там ответили, нет, это вроде нету. А он дальше претендовал, как вот эту территорию захватить. Соседи говорили. Ну что, помолились, возвращаюсь. Ну, ему лет 40 было, 5. Возвращаюсь, а там нет никого. А что? А он, говорит, умер внезапно. Вот тебе на. Боится эта кошка подойти. Ну, иди ешь, пока едят они. Ну, видно, что они едят. Что-то ищет на полу. Эти трое, беда, на одно гнездо. Видишь, он отгоняет его. Ну, еще не дают есть. Я тебе отдам отдельно сейчас, подожди. Я тебе сейчас отдам отдельно. Тут все у тебя будет, и мясо, и... А, ешьте, ешьте, ешьте. Ну-ка, иди сюда. Вот он где. Давай, вылазь оттуда. Этот захватил, который обижает его опять. Дал сюда, нет, а не туда. Вот все захватили, как щубайс. Щубары такие. Нельзя это делать. Дайте ему, сидит отдельно. Ну. Все, идите. Все, отошел, наелся. Теперь этот. Он боится-то одного только. А это сама боязливая-то. То есть они территорию свою охраняют. Его бьют. Бросили, там есть. Он бы скорее туда шел, раз там опустело. Нет, он этого не понимает. Вот тоже интересно как. В мире животных. Вот он сидит рядом, голодный. Две чашки захватили, а другому как жить? А я оставить не могу, тут их много. Надо убрать, своей кошке оставить. Стояла там, не ели. Убрал оттуда, захватили. Плацдарм. А эти везде тут рядом. Вот голуби еще спят. А застыла. Застыла. Вот она. Вода в тазике-то. Они сейчас слетят, голуби-то. Ух. Ну вот, пускай тут. Ну, слава богу, этот начал есть рядом. Голову боится туда сунуть, в чашку. Да, плохо одному. Кричит на помощь, а не, помощи никого нет. Откуда они? Щи. Все, последний отлип. Пошел к той чашке. И этот не стал. Удивительное дело. Значит, не очень. Ну, держать я не буду тут. Боязливый, что сделаешь? Да. Ну, что сделать? Ну, давайте чашку мою. Это надо забрать все. Ну, испугался, да? Это я тут подбираюсь убрать, чтобы все.
Один, плохо. Так, давайте чашку. Ой, все разбежались. Надо выключить свет. А теперь туда пойти. Что у меня тут делается-то? А делается что-то, что не в каждом доме это делается. Это у меня из марли висит, чтобы... Вот она висит, заход туда, чтобы голуби не вылетели. А по краям у ней баклушки вот эти привязаны. Ну все. Захожу. Что такое? А это два маленьких, из разных выводов. Один раньше, другой позже. Вот сейчас все это оправили, все это подбирать надо, убирать. Расстеленная материя. А эти двое, какие-то не поймешь. Еще ни один не летает. Надо заглянуть, что там у них делается. Где они? А, они оба там. Вот она. Сидят, залетели. Ну и хорошо, прекрасно. А я тут сижу, занимаюсь. Тут дневничок у меня лежит. Тут Библия. Вот он сидит.